Главной темой стало обеспечение безопасности жителей и гостей края во время курортного сезона. С учетом теракта в Ницце, силовикам и главам муниципалитета Вениамин Кондратьев поручил усилить антитеррористическую защиту. По мнению губернатора, в этом вопросе также необходимо принимать нестандартные решения. Нам все равно нужно дорабатывать или даже переосмысливать наши подходы к обеспечению безопасности в Краснодарском крае. И главы курортных городов. Давайте делать санкционированный один въезд и выезд в зону набережную. Но будем четко понимать, кто въезжает на пляж сегодня. Набережная, пляж только для отдыхающих, только для пешего прохода. Любое продвижение на легковых автомобилях, и это касается здесь и Геленджика, в том числе и Анапы, любое продвижение на легковых автомобилях по набережной, да, значит, давайте запрещать. А если разрешаете, значит, усиливайте меры контроля и зону ответственности глав муниципальных образований, если разрешили проезд по набережным. Кроме того, Вениамин Кондратьев отметил, что тщательно досматривать необходимо каждый автомобиль, который припаркован ближе 100 метров к пляжам или другим местам массового скопления людей. Также меры безопасности важно усилить в аэропортах и вокзалах края. А к контролю правопорядка в детских лагерях привлекать полицию и вневедомственную охрану.